Вы смотрите, что говорят люди вот с Румынии, как они живут сейчас и как мы живем. Они плохо стали жить после ЕС, без ухода в ЕС. Это вы там с родственниками общаетесь? Нет, почему? Так телевизор говорят. Они жалуются, в ТикТоке посмотрите, как люди жалуются, как они живут. Реально это как кривое зеркало. И я, допустим, не против и не имею ничего против тех, которые имеют другое мнение. Это нормально, и это мы демократия, это хорошо, что были и за, и против. Но когда против, это те, которые им заплатили, и они за этого делали, это уже другое. Я боюсь, чтобы мы не трансформировали Республику Молдову во вторую Грузию. Это большие опасения, но посмотрим, увидим. Мне не очень как бы нравится, что за референдум проголосовала почти половина на половину. Вот. А настроение у нас тут такое. Я вот в маршрутках, прям в день выборов, в воскресенье, люди очень боятся. Просто пропаганда. Они боятся. Для них Европа – это только геи, это однополые браки и все практически. Это все, что им вдалбливают в голову, что вот если вы с Европы будете, и будет только так. Остальное они не видят. Им лучше стоять на коленях перед российским царем, чем быть свободными гражданами. Так что я, например, думала, я надеялась, что будет хотя бы 60% за. Я не придерживаюсь какого-то определенного мнения, знаете, за исключением того, что я за Европу и за то, чтобы мы были в ее составе. Большая часть нашего населения в основном за границей, имею в виду молодежь, и они придерживаются более своих каких-то сторонних мнений касательно других стран и так далее. И поэтому основная часть мнения общественности – это старшее поколение, которое и имеет большее влияние на результат референдума, как по мне. Это ненормально, что у нас бабушки и дедушки по-прежнему выступают, хотя нужно вот слушаться молодежи дальше жить, детей своих растить, воспитывать. Здравствуйте, мы журналисты, снимаем опрос местных жителей. Или, может быть, могли бы нам пару слов сказать? Не согласны. С чем? Может быть, было пару минут, чтобы пообщаться. Мы не хотим жить с Евросоюзом. Зачем нам навязывать то, что мы не хотим делать? А что именно вам не нравится? Я вообще не была там и не знаю, что там. Я не хочу неизвестности. Я хочу к тому, что мы привыкли. К чему мы привычные? Я дитя Советского Союза. Я родилась в Советском Союзе. Я выросла. И я продолжаю жить в Советском Союзе. Решили не люди, которые живут в Молдове, а люди, которые за пределами Молдовы и не собираются сюда возвращаться. Я думаю, что мы видим лучше, как нам жить. Разницы нет, какой власть будет. Самое главное, чтобы было справедливо. Пусть будет хоть эта власть, пусть будет и другая власть. А решение о результатах выборов принято обкомом Вашингтонским еще в прошлом году, во время последнего визита Баи Санду. В
У нее есть цель освободить эту территорию от населения. Для того, чтобы американцы, которые изгадили свою территорию, чтобы они имели куда переселиться. Им понравилась территория Украины, им понравилась территория Прибалтики, им нравится территория Молдавии. Вот они делают все, чтобы здесь людей не осталось. Чтобы им было куда переселиться, потому что в Соединенных Штатах Америки там жить невозможно. Там вся территория обгажена. Пойдем, конечно, только с Европой, только с Майей Санду. Foarte trist că lumea pleacă și sper la un viitor mai prosper și cred că la formarea unei noi Constituții și ar fi o idee bună ca să reîntoarcem tineretul la noi și să promovăm, să stăm acasă și să ne dezvoltăm țara. Nu prea multe pot să spun despre referendum. Mi-ar plăcea foarte mult să fim mai mult informați, nu numai la televizor, dar și prin școli, să fie promovate idei de democrație și tot așa să... Pentru că tineretul, și eu personal, mi-aș dori să știu mai bine cu cine să votez și ce să votez, pentru că totuși noi suntem cei care fac schimbarea și totul e în mâinile noastre. Двигаться нужно во все направления. Мы маленькая страна, мы не можем сказать категорично, идем на восток или идем на запад. Мы всегда исторически были как бы буфером, мостом, как хотите, так и определяйте это. Потому что если мы не будем объединяться, не будем вокруг себя и консолидировать и Запад, и Восток, ну просто нас разорвут, как было столетиями. Молдове нужно сделать, как делает грузины. Несмотря на внешние политики, которые финансируют, чтобы люди жили, они финансируют правительство и всех этих, которые во власти, а люди живут бедно. Так что нам надо такой государственник, вот президент-государственник, менять вообще систему. Received, I don't know, $100 or $50 from a specific person to their specific account. They didn't receive the $1 billion from European Union because that built the roads. Instead, they received 50 euros so they can go and buy bread for their children or whatever. And to them, that's more tangible than this big promise of a European Union. I don't judge the people that voted no. I understand them. I'm sorry that this is a situation. Жалко, конечно, что не с первого тура получилось выбрать президента. Тоже не скрываю, что в сторону Майи Санду, потому что все, что было сделано до этого момента, было сделано в сторону Европы. И я человек, который вижу в этом наше будущее. Некоторые люди наверняка просто не понимают, что у них уже есть благо. Даже банально то, что сейчас можно идти в Европу с мобильным телефоном, не нужно ничего, просто включил роуминг, общаешься, есть интернет, не нужна виза никакая, есть возможность полететь без дополнительных каких-то документов. Просто люди не понимают, что вот это есть часть, вот кусочек Европы.